Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим задачи на статистику. Надо сказать, что в ОГЭ таких задач довольно мало. И в разных тестах предлагается очень маленькое количество. Если вдруг вы где-то встретили еще какую-то задачу на статистику, которую вам непонятно, как решать, то есть я не буду ее рассказывать, пожалуйста, присылайте. Мы снимем еще одно видео на эту тему. Итак, задача номер один. Записан рост в сантиметрах пяти учащихся. 158, 166, 134, 130 и 132. Насколько отличается средняя арифметическая этого набора чисел от его медиана? Итак, для того, чтобы решать такие задачи, мы должны четко понимать, что существует обычный ряд и упорядоченный ряд. Что такое упорядоченный ряд? Мы просто-напросто выпишем числа по возрастанию. Первое число 130, потом 132, потом 134, потом 158, и за ним идет 166. Что такое медиана? Медиана – это то число, которое стоит посередине. То есть в данном случае 134. Если бы посередине стояло два числа, то нужно было бы их сложить и поделить на 2. Значит, итак, мы написали с вами, что медиана это 134. А теперь давайте посчитаем среднее арифметическое. Как считать среднее арифметическое, мы проходили с вами в 5 классе. Достаточно все эти числа сложить. И результат поделить на количество этих чисел, а их 5. То есть мы получаем в числителе 720, в знаменателе 6, так, извините, в знаменателе 5. И получаем ответ 144. Теперь у нас стоит вопрос, насколько отличается среднее арифметическое от медианы. То есть от 144 мы отнимаем 134, итого мы получаем с вами 10. То есть на 10 единиц.